Газировка стала неотъемлемой частью в питании многих людей. Это прохладительный напиток, насыщенный углекислым газом. Однако не все так просто. В ее составе часто встречаются компоненты, которые вредят организму. Давайте разбираться, в чем ее польза или вред. Одним из главных компонентов газировки является сахар. В одном литре этого напитка может содержаться от 10 до 20 чайных ложек сахара, что намного превышает суточную норму. Это может привести к развитию сахарного диабета второго типа. Еще в газированных напитках содержится бензол. Он является довольно-таки сильным канцерогенно-активным веществом, что в конечном итоге может привести к развитию онкологических заболеваний. В газированных напитках часто можно встретить кофеин. Это делает напиток тонизирующим. Первая реакция – прилив сил и работоспособности. Однако этот эффект быстро проходит, и на смену ему появляется раздражительность, усталость, бессонница. Нередко происходит привыкание. При частом употреблении наступает истощение нервной системы. Также кофеин повышает нагрузку на сердце, плюс способствует вымыванию кальция из организма. Газированные напитки содержат также лимонную и ортофосфорную кислоту, которые являются стабилизаторами, консервантами, а также придают вкус данным напиткам. Лимонная кислота влияет неблагоприятно на эмаль зубов и может впоследствии при длительном употреблении вызвать развитие кариеса. А вот ортофосфорная кислота является более опасной, так как она способна связывать в организме кальций и вымывать его из костей, что в последующем может привести к развитию остеопороза. Углекислый газ – пузырьки, которые мы видим в стакане. Сам по себе он не опасен, но людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, необходимо быть осторожными. Он может спровоцировать расстройство желудка или болевой приступ. Ну и как мы видим, в газированных напитках гораздо больше вреда, чем пользы. Поэтому я предлагаю заменить ее на чистую питьевую воду. Это гораздо будет полезнее для организма. Ну а если вам очень-очень сильно захотелось газированных напитков, то не больше стаканчика в день.